От бруцеллеза, сальмонеллеза, ящера и многих других заболеваний производят вакцины на Щелковском биокомбинате. Медикаменты предназначаются не для людей, а братьев наших меньших. Вот уже более 70 лет одно из крупнейших предприятий по выпуску ветеринарных препаратов работает на территории нашего района. Выездное совещание на комбинате провели глава Щелковского района и представители районного совета депутатов. Оценили перспективы развития производства. В прошлом году мы увеличили объем выпуска продукции по сравнению с 2014 годом примерно на 21%. Конкурентоспособность продукции и вакцины производства той же самой Турции, Индии и Китая. Сейчас на территории порядка 17 гектаров работают около 600 человек. Они трудятся над производством противовирусных вакцин для крупного скота, птиц, свиней, собак и кошек. Продукция поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока. Однако в скором времени рынок предприятий планирует расширять, а мощности производства, соответственно, наращивать. Уже модернизирована часть лабораторного оборудования по самому современному стандарту. Ответственное руководство биокомбината подходит и к социальной политике. После модернизации оборудования сокращать не планируют. Для комфорта сотрудников предприятия на территории комплекса работает спортивный зал и даже банный комплекс. Мы увидели, что достаточно масштабная реконструкция Щелковского биокомбината. Мы познакомились с новыми цехами, совершенно современным оборудованием. В то же время посмотрели цеха, которые сейчас еще предстоят реконструировать. И, конечно, это впечатляет. Я думаю, что это предприятие будет действительно одним из лучших и ведущих в данной отрасли. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».